Зайка! Привет! Сегодня зайчик пришел в гости к своему другу Кротику. Пушистик, привет! Смотри, что я принес для тебя. О, такую ягодку и маленькую гусеницу. Хе, смотри, какая. Гусеница проедает маленькие дырочки в ягодке и запутывается в своей шелковой ниточке. Вот так. Смотри. Смотри, кротик. Вот так. Гусеница запуталась. Как выпутать ее, ты знаешь? Давай попробую. А вы, ребята, догадались? А если попробовать гусеницы вернуться обратно в ту же самую дырочку, откуда она вылезла? Оттуда тянется веревочка. Вот сюда надо засунуть. Вот так. Опа! Вот так. Ну-ка, давай, залезай. Получится ли гусенице выбраться? Ну-ка, вот так. Смотрите, ребята, им удалось это. Хорошая головоломка у тебя, зайчик. Спасибо. А давай еще как-нибудь поиграем. Давай соберем гусеницу из мозаики, а? Гусеница будет жить у нас на лепестке цветка. Лепесток будет зеленый, а цветок будет стоять на желтом песочке. Вот так. Вот такой песок получился у зайчика. Такой же желтый, как и сам зайчик. Крот начал делать цветок. Зеленый. Вот такой. Один лепесток. И второй. И вот такой цветочек у них получился. С голубыми лепесточками. И вот такая красная гусеничка будет сидеть на цветочке. Вот такая гусеница у них получилась. Сидит на цветке. Хорошая у нас гусеница получилась на цветочке. Отличная. Жалко только, что она не двигается. Я придумал. Пушистик, а я покажу тебе кукольный театр. Вот. И вот какой кукольный спектакль показал зайчику его друг Крот. Хе-хе, смотри. В яркий солнечный денек кто забрался на листок? Это гусеница Бетти. Познакомьтесь с ней, дети. Привет. Ползать Бетти нравится. Смотрите, как старается. И совсем не устает. От листка к листку ползет. Вкусный листочек Бетти нашла. Села удобней, жевать начала. Бетти листик съела, стала кокон вить. За витком виточек скручивает нить. Какой уютный домик у Бетти получился. Уснула крепко Бетти, ей дивный сон приснился. После спячки Бетти сильно изменилась. В бабочку-красавицу Бетти превратилась. Зайчик, смотри, куда подевалась наша гусеница? Ой, это какое-то волшебство! Она тоже превратилась в бабочку, смотри! Лови ее! Лови! Оп! Ну что, дружок, понравилась сказка? Возвращайся скорее! Пока!
Привет! Познакомься, это мама утка. Сегодня у нее появились дети, маленькие утята. Вот их сколько, смотри. 6. Давай познакомимся с ними. Это Баяка. Смотри, как он пугается. Это Плакса. Это Добряк. Это Хохотунчик. Это Соня. Он все время спит. А это Обжорка. Смотри, как он облизывается. Вылупились цыплятки. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вот они какие красивые. Вышли на прогулку. Вот они какие у нас. Проголодались утята и попросили маму есть. Запищали. Вот так. А мама полетела за червячком. И в этот самый миг на горизонте появилась страшная стрекоза. Она жужжала и летела прямо на них. Она уже приближалась. Что делать? До дома далеко. Нужно надеть на себя скорлупки. Скорей, давай поможем утятам найти каждому свою скорлупку. Чья это скорлупка? Посмотри. Оранжевые глазки и язычок. Это Обжорка. Давай найдем его. Где у нас оранжевый утенок? Правильно, вот он. Смотри, скорлупка подошла. А кто это? Это у нас Плакса. Давай найдем скорлупку от Плаксы. Вот, Плакса. Скорее давай спрячем ее. Вот так. Подходит. А это скорлупка, наверное, Сони. Смотри, он закрыл глазки. Где наш Соня? Посмотрим, найдем его. Вот он. Это улыбка точно от Добряка. Где наш Добряк? Вот он, голубенький. А чья это скорлупка? Смотри, он смеется. Это же Хохотунчик с зелеными глазками. Где наш зеленый Хохотунчик? Вот он, правильно. Давай наденем скорлупку и спрячемся. Ну, а это осталась единственная скорлупка маленького трусишки. Это Баяка. Ну, в данном случае он правильно боится, потому что стрекоза уже прилетела. Ух, полетала, полетала стрекоза и улетела. Не увидела она на белом фоне белых яичек. Вот такие молодцы у нас цыплятки. Прилетела мама, накормила цыпляток и повела их домой. Посмотри, вот их домик. Давай найдем каждому свое гнездышко. Вот наш Соня живет в треугольном гнездышке. Посмотри, какой у него треугольник. Давай найдем его. Вот он, правильно. Смотри, как хорошо сидит. Вот, это его гнездо. А Добряк побежал сам и залез не в то гнездышко. Смотри, он никак не может попасть в свое гнездо. Почему? Смотри, у него звездочка, а он пытается залезть в квадратик. Вот его звездочка. Смотри, как хорошо. Вот он как живет. А это Баяка. Давай скорее спрячем его. У него квадратик. Посмотри, вот он. И он подходит. И это Плакса. И она живет в домике с плюсиком. Вот он. Обжорка живет в кругляшке. Кто у нас остался? Хохотунчик. Вот его гнездышко. Там сердечко. Раз, два. Дети спрятали свои гнездышки, чтобы никакая стрекоза больше не прилетала. Спрятала мама утка своих детишек в домике, укрыла их своим теплым крылышком
и больше никуда не отпускала, пока не наступит утро. И утята больше никогда не убегали одни, слушались маму и папу. И ты слушайся маму и папу. Пока. Однажды во дворе, откуда ни возьмись, появилось два яйца. Одно и второе. И вдруг послышался треск. Кто-то стал вылупляться из яичка. Ой-о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 й. Кто же это? Кто это? Это маленький утенок. Вот какой желтенький. Вылупился. Ой, я вылупился, сказал утенок. А кто же в этом яйце? Кто-то вылупляется? Ой, что это? Вот кто это вылупился? Ой-ой-ой-ой-ой! Я вылупился! Это цыпленок! Привет, сказал утенок. Привет, сказал цыпленок. И цыпленок все стал повторять за утенком. Я иду гулять. И я. И они пошли гулять. «Я рою ямку!» – сказал утенок и стал рыть ямку. «И я!» – сказал цыпленок и тоже стал немножко рыть ямку. «Ой, кто это там внутри?» Рыли они ямку, рыли, и вот на кого они наткнулись. «Ой-о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 й
Утенок первый погнался за червячком. Я поймал червяка! И я поймаю червяка! Сказал цыпленок и тоже схватился за хвост червячка. Но червячку удалось убежать от них. И тут вдруг появилась настоящая бабочка. Утенок подбежал и схватил ее. Я поймал бабочку! И я! Сказал цыпленок и тоже схватил ее. Но бабочка вырвалась и улетела. И тут ребята увидели настоящую, немножко страшную лягушку. Утенок смело подошел к ней, посмотрел и сказал: «Я не боюсь лягушку». А цыпленок посмотрел и сказал: «Я тоже совсем не боюсь лягушку». Но лягушка тоже ускакала от них. Она побежала к пруду. Лягушка с радостью прыгнула прямо в воду. Пинг! И исчезла в пруду. Ребята обрадовались, увидев пруд, потому что на улице было очень жарко. «Я иду купаться», — сказал утенок, «потому что я умею плавать». И поплыл по воде. Вот как! Вот как! А цыпленок плавать не умел. Но он все повторял за утенком. «И я иду купаться», — сказал он, прыгнул и... помогите, спасите! И скрылся в воде. Утенок, недолго думая, прыгнул спасать его. «Я спасу тебя, спасу!» Потянул его за волосы. «Эх, давай!» И вытянул бедного цыпленка. «Ой!» «Я чуть не утонул!» «Ты что? Ты же не умеешь плавать!» – сказал утенок. Они передохнули, и утенок сказал: «Все, я снова пошел купаться!» А на этот раз цыпленок сказал: «А я нет!» Видите, ребята, какой утенок оказался молодец! Он спас своего друга в беде! А цыпленок у нас был непослушный, пошел купаться, хотя плавать не умел. Ай-яй-яй, цыпленок! И вы, ребята, обязательно всегда помогайте другу в беде. Пока, ребята! Пока!